этими словами действительно стоит задуматься. Заниматься танцами можно действительно до самой глубокой старости. Даже самый старый человек не хочет просто так лежать, а хочет двигаться. А как сказал Аристотель, мы все помним, движение – это жизнь, движение – это танец. У танцоров есть свой праздник. 29 апреля – Международный день танца отмечается. Так что собираемся все в этом зале и танцуем, кто как умеет. Танцуем до упада. А для вас сегодня танцевала группа «Восток». Ильшакова Галина. Аплодисменты. Веселева Оксана.
Наша